Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест героя, который, в принципе, средненький, но с которым можно пройти и восьмые кошмарки при определенной прокачке, точнее, все кошмарки, и на изи проходить битву гильдии. Почему? Потому что это герой универсальный именно для убивания зданий. У нас вот такая вот будет сборка. Я не стал ролить там огненку, я сразу прокачал СО. Огненку я поставил эмблемой. Здесь хотел наролить священный суд. Но опять же, его дохренище сейчас надо ролить, и он падает очень фигово. Вот я не знаю, в последнее время очень заметно, как уменьшились шансы на вытаскивание определенных талантов, чар, то есть там священный суд, обряд лечения, раскол, если брать, они падают очень редко, там таланты смотра, ну такое средненькое, но все равно падают плохо. Вот поэтому я решил ставить такую сборку и протестировать ее на PvP локации. Плюс у меня стоит здесь супер питомец, специально поставил, потому что этому герою не надо питомца, то есть не надо обычного пэта, цепелина, там феникса, либо кролика, для того, чтобы сливать здание, он скиллом будет убивать по всей карте. Ну, в принципе, Дрейка тоже такого же можно создать без проблем с уклонениями. А он тоже будет крутой, Дрейк причем бьет по всей карте. Она же не всегда везде достает. В общем, такая вот сборка. Защита, в принципе, ну, почти максимальная от дамагов, плюс защита. Ну, видите, что делает. Просто жесть. Просто тупо, тупо ушатали. Все, конечно, зависит от топа и от того, кто будет противник. Но если этот герой набивает там 50-60%, вот здесь нету точности, посмотрите, что она делает. Она себе без проблем, но увидите, зона действия у нее как раз-таки не вся карта, а там чуть-чуть больше, чем половина карты. То есть она достает не везде. В этом есть ее минус по сравнению с тем же самым Дрейком. Если брать Дрейка, то он бьет у вас по всей карте. Но она сливает намного круче. То есть тут даже спорить, думаю, никто не будет. Она просто обалденная. Так, давайте попробуем такой вариант. Поставим сюда кого-то. Уже супер пэта. Супер пэта, поехали, попробуем с помощью нее. То есть это как вариант такой, если вам надо начать кем-то добивать, потом можно выпустить ту же самую Фрею. Обзорчик, на который я показал в разных сборках, и без проблем пройти. Так, ну поехали, посмотрим, что у нас тут получится. Ее основная задача — это расфигачить хотя бы процентов 50 зданий. Ну, в принципе, это у нас и получается, что мы видим 57% за там 10 секунд у нас уже есть. Ну, дальше, как видите, она не достает. Что бы вы тут ни делали, кого бы вы уже здесь как ни плясали, она дальше, чем зона действия ее атаки, не ударит. Ну, еще немножко, может, добьет. Но, как видите, живет довольно-таки отлично. Фрейка дамажит топовая. Стрелок. Заморозка от лисички идет. Плюс зефир бьет. Плюс ворожей. Плюс фоба. 75% герой нашатал. Что вам еще надо? Выпускаете там следующее. Ну, я не знаю, тут просто юниты у нас есть. У меня некем просто юнитов снять. Она не достает туда аж так. Сейчас запустим еще Дрейка. Но он по юнитам ударит. Вот видите, минус Дрейк у нас собран на атаку. Ну тут возможно еще и отражалка у кого-то. На юнитам надо брать кого-то отдельно. Вот выпускаете с другой стороны Фрейку. Ушатали ее, ничего страшного. Фрейя в сборке любой, которую я показал, вот этих вот там 10-15% добьет без проблем. То есть прохождение битвы гильдии на сегодня, ну не то, что я не знаю, что надо сделать, чтобы эту локацию просто реанимировать. У нас уже такое количество героев и всего, что тут, наверное, кого бы, как бы они ее не поменяли из-за прокачек, из-за героев, ну это нереально просто.
Тут, наверное, надо усилить здание. Ну, самый оптимальный вариант, это, конечно же, ну, опять же, он нереальный, это убийство героя. Чтобы была победа при убийстве героя. Только такой вариант. Так, тут у нас Фрэнк, тут интересней будет. Поехали, посмотрим. Надо, кстати, для того, чтобы она нормально наносила дамага, я надеюсь, она сейчас не ударит, отлично, она слилась, ее выкидывать где-то по центру. То есть желательно по центру, я имею в виду, с какой-то из сторон. Почему? В большинстве случаев так молчанку накидывают. Ворожея ставить. Чтобы снимал. В большинстве случаев, если выкидывать ее с края, у нас все расстановки по ромбикам, ну, квадратам, ромбикам. То есть, соответственно, она не может задеть всю расту. Давайте так закинем ее, а с другой стороны закинем просто ворожея. Видите, была бы у меня здесь сейчас ССК, было бы намного интереснее. Она бы хилилась покруче. Ну, остался. Добьют. Красавица вообще. Смотрите, что они делают. Что еще, вот скажите, что еще надо? 100% просто героя выбивает. То же самое, в принципе, и на подземках. Я показывал этим героям. Подземки пробиваются просто на изи. Если вы делаете и нормальное уклонение, это вообще ни о чем. Ну вот Фрея. Сейчас словим молчанку. Ну, для того я уже показывал. Для того, чтобы не было молчанки, нужен ворожей хороший. Он снимает негативные эффекты, отхиливает. Вот хранитель леса. Дамага ей, как видите, много не надо. То есть она без дамага справляется прекрасно. На ней дефные варианты, на дамах она не собрана, потому что если она будет собрана на дамах и будет где-то отражалка, то она будет сливаться очень быстро. Придется ставить подашку. Ставите подашку, у вас получается пропадает. Да, надо было ворожая тогда выкинуть, чтобы юнитов добило. Ставите подашку, жертвуете дефом. Ну, даже такой вариант. 75% этим героям можно свободно выбивать. И, конечно, еще зависит от расты, какая там будет раста. Зря я рано Фрею, надо было, хотел Дрейка запустить. Пусть добьет, ну кидаете Дрейка 100%. То есть она плюс Дрейк, и никакие вам там расстановки не страшны будут вообще. Так, а ну сейчас посмотрю, 1.3. 1.3.2. Давайте этого сначала ушатаем. Вот такие вот расты такого плана очень хороши. Попробуем отсюда со стороны Фрея по центру. Ух ты, как попадают, смотрите, Зефир с точностью, видимо. Опять же, можно юнитами отвлекать, то есть это не проблема. Закинули, немножко отвлекли юнитами. Все равно все прилетает, и молчанка без ворожая, видите. Если есть молчанка, то единственный варик, это самое оптимальное, это ворожей. Оккультиста можно поставить. Ну, ворожей поинтереснее в плане того, что он будет давать еще хороший отхил, хотя и оккультиста, я думаю, для нее вполне хватит. Два героя, 73% за 10 секунд уже надамажили. То есть самое основное с нее снять молчанку, чтобы она там выжила 10-15 секунд. Она за этих 10-15 секунд вам разнесет полбазы. Даже больше. Вот смотрите, она даже этих подобивала. Причем она не атакующей сборки. Ну, плюс смотр дамажит. Вообще супергерой. Не знаю, Фрею вряд ли. Хотя может мы еще и Фрею ушатаем. У него тут на отхил никого нету. Вообще просто кайф. Смотрите, что делается. Что это было? Шесть. Чё они чудят? Сейчас, если они Фрею пройдут, забегут немножко дальше. В принципе, разница. Если у вас Дрейк, просто закидывайте вот так вот Дрейка.
Вот у вас здания просто разлетелись. За два залпа. Так, 1-3-2. 1-3-5. Так, кто у нас тут есть? Ворожей, Космо, Бард. Ну, тут можно однозначно вот так вот через центр, через Барда заходить. Хотя можно немножко даже дамага ей добавить, чтобы она сразу считала. Хотя дамаг ей противопоказанный, конечно. Ну вот, пожалуйста. Нету у противника очень мало сейчас на точность точно. Делаете ее уклонение плюс нормальный деб 85% базы. Что такое дебить там этих 15%? Вот вам. Один залп и сейчас второй залп, если его, конечно, не заблокируют. Второй залп. Все. То есть она плюс Дрейк, и любая база разлетается. Только Дрейка тоже, наверное, надо собрать более дефный вариант, потому что у меня атакующий. Все, в итоге вы там за пару минут можете пройти, ну не пару, там 10 минут пройти эту битву гильдий. Если у вас там прям супер-мега-топы, это как вариант такого вот героя, поэтому... Знаю, качайте командорку, она полезна не только здесь, она полезна вам будет и на кошмарках, на любых, причем благодаря ей можно свободно там. Ну, конечно, если у вас есть возможность прокачать хотя бы одного супер питомца нормально, наролить ее уклонение без проблем. Здесь, конечно, по ней попадают немножко, но смотрите, как на кошмарке она работает. Запускаете по центру где-то, чтобы она доставала. Все, пожалуйста. Что еще надо? У вас еще запас там 5 героев, чтобы выпустить, набить эти проценты. Поэтому есть смысл влаживать в командору. Ронин там, это Ронин, а командора вам еще будет полезно вот здесь. То есть на битве гильдии здесь, даже на PvP локациях, ну смотря каких, на разных фарм локациях тоже она в принципе неплохая. Все зависит от сборки и от прокачки. Но герой действительно интересный. Посмотрите, как она дамажит. Единственный минус — это то, что она не бьет так, как Дрейк по всей карте. Если бы она еще била по всей карте, это все. Это был бы просто супер-мега имбовый герой для таких вот локаций, как подземки, там битва гильдий, где надо что-то разрушить. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.